Всем привет, друзья, с вами Кубхак, и сегодня я вам покажу чит на ContraQuartz версии 4. Вот так он выглядит у нас. Добавил я одну новую функцию, суперзум, а также восстановил старые функции, которые не работали после обновления игры. Для начала мы, как всегда, подключаемся к игре, можем выбрать скин. Давайте вот этот поставим, мне больше нравится. Так, и теперь давайте перезапустим игру, чтобы уже активировать все функции. Вот я нажал стоп, вот когда вот идет вот эта вот загрузка. И теперь активирую функции. Антибан. Активирован, антификс, быстрый респаун, марки, Mortal Strike, нет разброса, открыть сеты, сонар. Сонар не активировался, так, ладно. Тепловизор на Б, тепловизор дополнительно, убрать туман. Умение нужно активировать в главном меню. Суперзум. После этого я нажимаю старт, и у нас снова загружается игра. Ну, как видите, ребят, аккаунт у меня остался такой же. Можете перемотать видео и сверить туда данные. Вот я даже подвигаю, чтобы вы не думали, что я что-то наложил туда. Ну и вот проверьте данные, сколько у меня было серебра, сколько золота, ну и всего остального. Как вы помните, на этом аккаунте у меня сет оружия был открыт только до второго. Теперь же я могу купить абсолютно любое оружие. Хватало бы денег, вот. Вот, кстати, хватает у меня. Я хочу купить что-нибудь с прицелом, чтобы вам показать, как работает суперзум. Кстати, суперзум работает только, когда у вас вкачано умение снайпера, вот это вот. Вот тут даже написано, вот. Прицельная концентрация. Если же у вас не вкачано это умение, то оно не будет работать. И вот, как видите, у меня уже из сета третьего куплено, кстати, оружие это еще с того раза. Но я, ребята, куплю все-таки из второго слота, потому что у меня хватает только на оружие из второго слота. Вот, с прицелом, который... Конечно, я могу купить и какое-нибудь вот это вот оружие, но как я вам покажу с прицелом. Господи, дурак, блядь. Пришлось, ребята, задонатить, потому что я тупанул и за 10 золота купил вот эту вот штуку. Я думаю, это наоборот будет, но я потратил 10 золота, и у меня оставалось 20, я даже не смог вот это вот купить. Ну, а теперь я задонатил и могу купить себе вот это вот оружие из 4-го сета. Давайте купим его. Вы, как видите, на ваших глазах я купил это оружие из 4-го сета. И сейчас я вам продемонстрирую ее в игре. Ну, для начала зайду в карьеру. Теперь умение. Ну, как видите, у меня заблокированы они, да? Активирую умение. И вот они все разблокированы. Все работает, ребята. Ну и последнее, что осталось, активирую AimBot. Вот звук такой прошел, и сейчас должна появиться менюшка. Вот появилась, ребята, менюшка, ее можно настраивать. Давайте настроим AimBot. Сначала нажимаем на Enter, потом ставим горячую клавишу, которую вы хотите поставить на эту функцию. Ну я, например, Shift хочу. Стрелочками листаем вниз, теперь давайте на P, например. Ну и Crosshair я поставлю вот на O. Открывать-закрывать эту менюшку можно на клавишу Home. И вот, как видите, друзья, я зашел, и меня убили. Как вы могли заметить, игроки подсвечиваются, но вон еще там такие треугольнички. Ну, когда я, конечно, прицел их не видно, вот треугольнички. Давайте, кстати, Crosshair уберем. Вот, убираем, появляется Crosshair. Ну, это когда вот с АВП вы играете, ну, таким, со снайперкой, у которой нет прицела, вы можете играть с Crosshair, очень удобно, чтобы стрелять носкопом. Как вы могли заметить, еще ВХ сам работает, вот, показано все, где противники. И, как видите, вот это вот оружие, которое я выбрал, тоже у меня есть. И вот я спокойно убиваю. Давайте, ребята, постреляем носкопом. Оп, убил. Вот, носкопом его убил. Иди сюда. А, плохое соединение. Но все равно это мне не помешало его убить. Так, сонар у меня, к сожалению, не активировался, поэтому смысла от этой гранаты нету. В ВХ вот этом вот показывается расстояние до гранат. Тумана, ребят, как видите, тоже на карте нет, ничего не мешает, все видно. Но это, конечно, можно заметить на другой какой-нибудь карте. Для АВП, например, там вообще все отлично заметно. Давайте теперь умрем и посмотрим, как я быстро смогу возродиться. Ну давай, убивай меня. Да. Ладно. Ты давай убей меня. Ты тоже не хочешь. Бейте меня кто-нибудь уже. Капец, ребят, не хотят, вы посмотрите, они просто меня игнорят. Что это сейчас было? Давай, хоть... Да. Капец, ну это ж тут как надо умереть, так хрен тебя убьют. Давай, убивай меня. Вот, и я сразу нажал. Ну, как я только нажал, я, конечно, не так быстро нажал, но если прям моментально нажать, то вы моментально возрождаетесь, никакой задержки нету. Ну, как видите, ребята, суперзум, вы дальше видите с этим прицелом, вот. Можете все детальнее рассмотреть.
Блин. Ну, вот, видите, настолько детально, что прям навестись очень сложно. Но на картах, где воюют на снайперках, это вообще идеальная функция. Ну а на этом, друзья, я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр, сегодня я вам показал вот такой вот классный чит, скачивайте его, юзайте и нагибайте просто все и все. Всем пока!